Елена Мизулина покинула «Справедливую Россию». Представляющая в Совете Федерации Омской области политик решила выйти из партии, сообщает пресс-служба сенатора. Заявление уже направлено в Омское региональное отделение СРФ. Партию Сергея Миронова Мизулина состояла с 2007 года. Кстати, она успела побывать и членом КПСС, и «Яблоко», и «Союза правых сил». Сенатор известна как автор законопроектов против пропаганды гомосексуализма, абортов, усыновления российских детей американцами, суррогатного материнства, сексуальных отношений до 18 лет. Она предлагала запретить мат в Рунете, а также выступала за запрет бэби-боксов в России. Нам удалось связаться с региональным отделением партии. Там считают, что выход Мизулиной был в том числе актом протеста против назначения председателем регионального отделения предпринимателя Владимира Гуселетова. Что касается причин, могу лишь предполагать, что политика центрального руководства партии в отношении регионального отделения в Омской области, которое, собственно, весь 16-й год длилось. Думаю, что и последнее предложение центрального руководства партии по поводу кандидатуры председателя регионального отделения тоже сыграли свою роль.